Я рад приветствовать вас на 6-й всероссийской выставке лошадей чистокровной ахалтекинской породы «Кубок России 2023 года». У нас почти 40 участников, молодые кобылки, жеребчики разного года рождения. В каждом ринге будет свой победитель. Также будут оцениваться тип, экстерьер, движение, а также работа лучшего хендлера-выводчика. Конный спорт надо развивать, а такие события реально помогают это сделать. Любой желающий может прийти, посмотреть на этих прекрасных созданий. Сама безумно люблю лошадей, прям с самого детства, и всю жизнь этим занимаюсь. Приятно увидеть таких красивых лошадей, которые, ну, собственно, одна из самых древних пород в мире, ахалтекинцы. С удовольствием посмотрели. Очень нравится данное мероприятие, формат очень подходит. Так что главное, чтобы выставка развивалась дальше, и все могли любоваться нашими лошадьми. Я думаю, что ВДНХ – это лучшая площадка для проведения конных мероприятий. Переполняют и как заводчика, как владельца, и как участника. Площадка супер, столько зрителей, и очень все удобно, стационарные конюшни, мойки, практически центр Москвы. Спасибо большое, будем приезжать.